Жива трансляція із операційної та бокси, аби набити руку. У клініці Мечникова провели тренінг для молодих лікарів. На моніторах вони спостерігали за складною гінекологічною операцією. Її без жодного надрізу провів професор Михайло Медведєв. Також медики-початківці могли відточити навички на тренажерах-боксах, а ще позмагатися за безкоштовне навчання в Європі. У нас около 20 человек, каждый из них представит обучающий курс по той или иной теме абдоминальной хирургии, которая ему больше всего понравилась. И тот курс, который жюри посчитает наиболее удачным, будет вознагражден travel грантом 250 евро и будет опубликован на сайте Европейской ассоциации абдоминальных хирургов. Эти средства Европейская организация для самых прогрессивных хирургов выделяет. Один из наших хирургов молодых получит грант, и в первую очередь он привезет к нам самые свежие, самые новые знания для помощи больным.